Всем доброго времени суток. С вами мистер Бро Аленсон. И мы продолжаем играть Minecraft Industrial Craft 2. Ой, что я сделал? За кадром. Дробилку одну еще добавил. Все было, но. И те печки каменные, две электропечки. Сейчас нам надо компрессор замутить, короче. Компрессор, да? А с его помощью мы сделаем это, индукционную печь нам. А для этого надо улучшенный механизм. А для улучшенного механизма надо углепластика. Для углепластика надо компрессор. Где там? Железо. Я уже перетираю. Дочки. Провод. Расточук еще один здесь поставил, чтобы не мучить. Раз. 13. И раз. 8 у нас. 8 углей пластика. Компрессор. Так, у меня железо надо. Железо. Да. Индукционную печь надо, да. Положит чем. Да, да. Железная руда. Дверь. Я дверь, кстати, вспоминал. А вот такую. Была одну. Не знаю, там как-то мутилась. А, может, не хочу, потом покажу. А, да, я еще поставил эти. Бэтбоксы, раз, и там два наверху, ну еще один, а тут воткнуть, я хотел вот этот бэтбокс, а тут, короче, беру. Светящаяся пыль, но с ней все понятно, а вот сульфат какой-то там из сульфу, смал пили какой-то мутится, или смал пили. Рудокопная машина. Ну, короче, хер пойми тут. Ну, тут свинцовая руда. Ну-ка. Давай-ка свинец. У меня есть. Свинец, свинец. Свинцовая руда. Туган. Попал дальше. По-моему, железная руда еще. Детская завалялась. Так. Что нам надо? Свинцовую руду. Переплавить. Ну ладно, давайте сейчас заделать. Это полстака, блин. А, нет, не полстака. Так, свинцовая руда. Вот свинцовая руда, поперла. Ну не хватает. Давай. Давайте наверх залезем, посмотрите. Я там еще леса посадил. Только лесу еще не обрубал. Так, здесь маленький уровень. Ой-ой-ой. Ну ладно, смотрели считай. Стемнело как-то. Надо спать. А эти солнечные батареи не работают?
Дверь еще такая бесшумно. Так, там на настройки на легкое поставить. Измельченная, свинцовая руда. Так, железо. Железо много получил. Давайте измельчим свинец. Его потом можно опять переплавить. Свинцовая пыль получилась еще. А мне надо... Сульфат даст. Что за сульфат? Так, мне надо палочки. Бля, всякую херню. Всякую херню надо. И палочки сделаем. Ну, с этим сульфатом у меня еще не все ясно. Так, медная. Медные штуки у меня есть. Я все перетер. Вот так, под бронзу, видите, подготовил уже, чтобы сделать медная руна. Что захлебываешь? Да, энергию пожрал. С тяжелением. Надо еще солнце помыть. Да. Так, поменьше, наверное, запустить за одну печку. Ёпты. Ну ладно, пойдем. Что нам надо? Нам надо 5 железа от... А нет, 3 железа пусть. 3 железа отшлёпать. Thank you.
здесь покопается. Где? Где, да? А вот, раз 5 бронзы здесь. 5 бронзы здесь. Так, мать бачу. А, может нам даже не по 5 надо было, а по 3. Забыл, как он позитивно. Компрессор. Индукционная пища. А железо... Олово, ё-моё, олово. Чем я расплющу? Бронзу, которую тяжело делать, это уло, да? Слава богу, я умного сделал. Так, 10 олова расплющу. Так, быстро-то очень много. Так, идем. Олова расплющим. 10 олова расплющим. Факт остается фактом, что мало. Компрессор. Для этого надо вот эту штуку. Вот эту штуку. Дальше много штук. Надо 8 штучек, то есть 5, 6, 7, 6 штук надо. Штук. Корпус механизма, компрессор. Корпус механизма, да, электро. Электропластина. Еще медных проводов больше нема. Хватай, пока, так. Вот. Вот, 15 нужно провода еще там. Раз, раз. Все это пыль, да. Сидим еще. Железно. Что, нам надо камень? Там камня надо. Шесть переплавленного камня. Мало. Thank you.
Так, ну что ж, собираем вот так. Так. Ага, так, так, так. Так, так, так. А, компрессор. Компрессор. Все, ну, спокойно. Думал, что надо поспать. Спи, усни. Конкретно. Энергии не хрена. А, так. Компрессор. О, поперло, поперло. Давай же сюда, не знаю. Деревяху, ебем. Раз наши панели, блядь, не уводят. Ну, хорошо, хорошо. Эти углепластик можно нам на броню или какую там еще. Блядь, то надо, блядь, будет угли опарить. Так, что у нас где там? Ага. Что нужно? Так. А? Ага. Что дальше? Положим. Так, да, улучшено. Ну, то есть, улучшенный механизм. А. Интересно, можно еще положим. Так, 11. Вот по смеханизму, да. Вот надо расплющить. 8, да. Начнем что-то расплющить шагрово. Эх ты! Я наделал еще благо. Так. Давай. Так. Давай, да. Корпус механизма выходи. Углепластик надо, этот гребаный. Пару штучек, не знаю, сколько на упалке. Композит, блядь. Композитный слиток. Тут, блядь, из красивого тройного слитка получается кусок говна. Да. Бедный слиток. Механизм. Да, давайте улучшим. Так, да, да, пресса. Вот так вырвало. Опять, да. Улучшенный. Так, это и есть. Медный слиток. А что, нам 5 штучек всего надо? Вот, и 6-7. Если это 7 штук, но...
печка, вернись. Гимить. А вот, медная руда у нас. Давай-ка еще поплавь чуть-чуть. Так, ну что там, улучшенный механизм, все, а, печку надо, а, есть, печку, оторвал, а, все смогу, да, улучшенный механизм, медные слитки, улучшенный механизм, электрические печи, медные, блядь, слитки. Может так, так. Индукционная, блядь, печь. Так. Индукционная печь. Ага. О, всё, здесь нагрев, когда стоп пройдет. Нужно по 2 слитка будет разогревать. Так, надо рычаг. Рычаг. Камень и палка. Так, камень есть, палка есть. Так. Так, ноль. Так, а печка-то подключена? Подключена. Непонятно, так. Давай-ка. А ну нагрев идет, ну, медленно. Медленно, да. Ну все в этом, что мы сделали в этой серии. В этой серии мы сделали компрессор. Компрессор. В этой серии мы сделали индукционные печи. Офигенно. Так, что там темно уже? Туда положим. Вот он. Пойдем посмотрим, кто там. Так, я осветил монстров, не должно быть. Нужно выйти вот эти. Бэтбокс в энергии сразу уходит. Конечно, охота была по 300 тысяч поставить. И панельных солнечных не хватает. Надо хотя бы еще 4 штуки. Ну, а потом добить, конечно же, 12. Ага. Вот я за кадром, а на панельчике-то поделаем. Резина, резина. Резину, кстати, уже собирал, понадобилось. Опять растет. Тут не которая взорвалась, может, она мертва. Тебе вот это не растет. Хрен пойми. Да пофиг, у меня столько деревьев, что. Мини-лес можно назвать, а? Ну и как? Видите, как она по 2 бам бам, а когда 100% разогреется, сейчас она вроде много энергии хавает, потом то не будет, но надо эту берешь.
сейчас. Конечно, ты засраты панели не хватает, чтобы нагреть. Ого, да, медные слиточки. Так. Медные слиточки. Так. Железка маленькая. Видите, бах-бах, скажем, процентов все больше и больше. Индикционная печь, это мечта пекаря, бля. Теперь я насчет плавки не буду париться. Оливянные руда. Чем здесь вот переплавить? Блять, надо уборку, конечно, сделать, но я ж так не хочу. Может, поппер будет пылью той, которая мне нужна? А? А? Может, да, навряд ли. А-а-а. Так. Да, я могу и разную оружие смотреть, буквально. Все нормально. Бац. Да. Нормально, так. Вот этот копер. Копер выходи. А, это у меня на руле. Жесть. Залетаю. Ну-ка, залетай, давай, попля. А, вот сюда, бля. Да, я сюда. Золото плавится, все плавится. Так. Что там надо? Сюда. Солнцо, алюминий. О, золотая руда, медная. Так, золотую руду сюда. Сюда. Ладно, ладно. Ладно, с вами был мистер Бро. Мы играли в этот Майнкрафт. Версия 1.6.4 и зумбо-телекомпрессор и индукционную печь. Значит, так, может, еще одну индукционную, хотя на там. Электропечь пока брошу в это. Туда. На заря две делал. Ладно, дешево. В следующей серии мы еще мы накопаем. Копаем этот. О, ну из лавы делаться забыл. Мифрил мне. Вот его накопаем, короче, да. И сделаем проход в ад, там лоустоун. Копаем и посмотрим, катит, нет. Ну ладно, всем пока, спасибо за просмотр и все такое. Так, сейчас выключу видео.